Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга, и в этом видео мы с вами рассмотрим новую коллекцию аксессуаров от компании Oriflame Victoria. В нее входят серьги и ожерелье. И многие уже увидели эту коллекцию в моем инстаграм несколько дней назад. Я показываю новинки в сторис прямо со съемок. Ожерелье Victoria. Длина его 43,6 сантиметра и диаметр вот этой окружности подвески 2,2 сантиметра. Выполнена имитация под золотом и украшена мелкими черными кристаллами. Я вообще, наверное, неровно дышу к украшениям с черными кристаллами, потому что они сияют, они очень красиво вот играют на свету, и они подходят под любой образ, и под дневной, и под вечерний. Наверное, единственное, под что не подойдут такие украшения, это под спортивный стиль. И название этой коллекции Victoria, я думаю, не просто так, а именно потому, что это такой вот королевский стиль. И давайте же посмотрим, как это ожерелье будет выглядеть на груди. Оно не очень длинное и отлично подойдет под белую блузку, на черную водолазку, и под вечернее платье тоже будет очень изящно украшать вашу грудь. И серьги Victoria, они выполнены в том же стиле, что и ожерелье, округлой формы, вот такой с дырочкой посередине, золотистого металла и украшены черными кристаллами. Просто они чуть-чуть поменьше, диаметр их 1,8. Они выполнены в виде гвоздиков, и контактная часть нержавеющая сталь. Давайте посмотрим, как они будут выглядеть на ушах. На ушах они очень легкие, практически невесомые, вот такие вот изящные, легкие, элегантные серьги с черными кристаллами Victoria. Будьте элегантными и сияйте с новой коллекцией украшений от компании Oriflame. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, чтобы смотреть новинки компании Oriflame вместе со мной. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Пока-пока!